на территории области ситуация не во всех муниципалитетах одинаковая. Вот наша тюменская территория, вот близлежащие районы Заводуковский, Упоровский, Исетский, Нижний, тогда Ярковский районы, нашей северной территории, осадков несколько меньше, чем в Вышинской зоне. И здесь и темпы заготовки сена, сенажа, то есть кормов для наших животноводов, в принципе, несколько выше, чем в Вышинской территории. К сожалению, вынуждены, и уже сейчас есть констатация факта того, что в ряде районах выпало в июле месяце 2,5, то и 3 месячных нормы осадков. И, конечно же, переизбыток влаги, значит, кое-где уже тоже сказывается, в том числе и в личных подсобных хозяйствах. В целом, хочу отметить, что уборочная на территории Тюменской области у нас уже идет в полном объеме, можно сказать. Практически завершили обмолот мы озимых наших культур. Активно сейчас ведем обмолот горохов на территории. Уже первые сроки зерновых ячменя, овса, кое-где даже пшеницы. Значит, товаропроизводители начинают обмолачивать. И изо дня в день все большее количество хозяйствующих субъектов включается в работу. И, в принципе, вот оперативно урожайность, которую мы сейчас видим, это в районе 25 центнеров с гектара. Хороший показатель. Будем надеяться, что в дальнейшем он будет увеличиваться. Видно, что очень хорошие, пожалуй, рекордные должны быть урожаи. И это в целом говорит о том, что на территории России будет собран наверняка достаточно серьезный объем хлеба.